Элита Арксплюй Продакшн представляет. Сейчас ребята из импихоцых заходят в рашпит. Фурив здесь, импи здесь, рядышком подтягивает также хил. Обратите внимание на вижен, то есть варды у ребят из IG стояли, они видели это смещение. Ну, это отчаянная какая-то попытка от MVP Hot Six что-то изменить на этой карте. Ну, как, они, конечно, еще не проиграли, не до конца проиграли, но сейчас будет очень тяжело что-либо сделать. Смотрите, мимо пронесся, боже, он затолкал просто Хина на хайграунд. Как это было сыграно? Настигает Санбёй в соло, пытается его разорвать и разрывает. И вот уже соло ринг проюзал. Фантастика, как отыграл здесь Лу, он сам того не ожидал. Это ужас. Да. Именно так. Ну что ж, пока по графикам все ровно. 20 минут игры у нас уже позади, а по-прежнему мы не можем твердо сказать, кто же в итоге немножечко впереди или кто немножечко позади. Все очень даже ровно. Единственное, что по экспириенсу IG там, ну, каких-то героев повыше левела имеет. Но это, в принципе, не особо критично. Все это нерфится буквально одной дракой. Что мы видим сейчас? Сейчас ребята из импихоцик заходят в рашпит. Фурив здесь, MP здесь, рядышком подтягивается также хин. Обратите внимание на вижен. То есть варды у ребят из IG стояли, они видели это смещение. Ну, это отчаянная какая-то попытка от MVP Hot Six что-то изменить на этой карте. Ну, как, они, конечно, еще не проиграли, не до конца проиграли, но сейчас будет очень тяжело что-либо сделать. Смотрите, мимо пронесся, боже, он затолкал просто Хина на хайграунд. Как это было сыграно? Настигает Санбёй в соло, пытается его разорвать и разрывает. Таки вот уже соло ринг проюзал. Фантастика, как отыграл здесь Лу, он сам того не ожидал. Это ужас. Пытается Жакиров куда-то уйти. А нет, куда не идет, просто телекинез немножко повисел. Рядом Фуриту не с полным запасом здоровья, пытается Феррари просто лоу-граунда расстрелять самым хим, делал ТП и ушел таки.